Яка зараз підійнялася вже на сцену, розповість про роботи, які зникли вже в 30-х роках минулого століття. Це були дуже цікаві роботи для маленьких чорних хлопчиків. Далі. Ось, ще одна. Ага, ось, зараз там презентація готується. Розкаже про роботи, які, можливо, виникнуть у майбутньому, і я сподіваюся, що це буде дуже цікаво. Здравствуйте, всем привет. Сейчас мы настроим технику. Еще раз здравствуйте. Тема моего выступления – профессия будущего, и она связана с некой историей моей жизни. Но перед тем, как мы перейдем к истории, я представлюсь, скажу пару слов о себе. Мне 33 года, являюсь кандидатом экономических наук, преподавал теорию денег и кредита на протяжении 7 лет. 8 лет занимаюсь бизнесом. 5 лет работаю в инвестировании, автор нескольких книг, автор популярного блога yugava.com, который посвящен инвестициям и финансовому планированию, и являюсь партнером компании Wiki Markets и соучредителем Академии финансового успеха Tristar Management. И вот история. Когда я был учеником еще в школе, то принимал активное участие во всех спортивных соревнованиях. И так будет удобнее. И в 8 классе первый раз мы принимали участие, наша школа принимала участие в соревнованиях, в лыжных гонках. Для меня это был новый опыт, и я, конечно же, принимал участие. И в подготовке к этим соревнованиям меня зацепила одна фраза учителя физкультуры и тренера по совместительству. Он сказал такую штуку, что нам очень сложно будет конкурировать с 10-й школой, 10-й школы, специализация спортивная, у них и лыжи другие, и смазки, там, и форма, и так далее, и так далее, и так далее. Я эту фразу услышал, но еще не понял. Фразу эту я понял во время соревнований и очень четко усвоил один урок. Технология отыгрывает очень важную роль в нашей жизни. Почему? Потому что она есть своеобразным таким продолжением нас. Например, каким бы я умным, быстрым, проницательным, красивым не был, и сажусь в Запорожец, и рядом со мной человек садится в Мерседес, но он не такой красивый, умный и быстрый, как я, то, скорее всего, он будет первым. И нужно доехать из Киева, например, в Одессу. Это простые истины, но, к сожалению, мы очень часто упускаем эти истины из своего фокуса внимания. И я тогда во время соревнований очень хорошо почувствовал, что мне нужны самые современные технологии. Я должен быть самым адекватным человеком, который претендует на многое в своей жизни. И сегодня вот эта презентация, несколько слайдов, которые я вам покажу, они предназначены для того, чтобы показать вам будущее, которое, скорее всего, произойдет очень быстро на протяжении 50 лет. Вначале я покажу слайдов, некий прогноз, каким будет мир через 10 лет. Компьютер будет равен человеческому мозгу, он сможет обрабатывать 10 в 16 степени циклов в секунду. Это уникальная статистика. В одной сети будут находиться 8 миллиардов человек. 8 миллиардов человек будут соединены между собой, вы сможете коммуницировать с этими людьми. Произойдет прорыв в медицине. Есть такой прогноз, что через 10 лет в каждом большом городе, большой город, я имею в виду где-то областной центр, будет клиника, которая сможет делать очень сложные технологические операции вплоть до замены органов, человеческих органов. Потому что, вы знаете, сегодня есть прецеденты, когда 3D-принтер печатает или делает человеческие органы. Вау! Фантастика просто. Технология блокчейн. Друзья, сегодня я много слов скажу, но если вы запомните это одно слово, то вы не зря потратите время и сегодняшний день. Почему? Потому что если вы начнете изучать
эту технологию, начнете вникать в суть этой технологии, то с каждым днем вы будете себе говорить просто вау. Почему? Потому что эта технология изменит архитектуру современного мира, она изменит архитектуру интернета, она изменит архитектуру бизнеса и сообщества, и общества в целом. Я еще буду обращаться к этой технологии. Ну и перед тем, как показать вам те профессии, которые с нашей точки зрения будут актуальными через 5-10 лет, я покажу те профессии, которых не будет, опять-таки с нашей точки зрения, на протяжении этого времени. 15 исчезающих профессий или 15 профессий-призраков. Первая профессия – это нотариус. Сейчас такой интересный период, когда тысячи абитуриентов выстраиваются для того, чтобы начать свое образование в каком-либо вузе, и очень много абитуриентов выбирают юридические факультеты для того, чтобы обрести профессию нотариуса. Скорее всего, нотариуса через 5 лет уже не будет. Потому что технология блокчейн – это распределенный реестр. Она полностью освободит этих людей от того функционала, который они сегодня выполняют. У меня есть информация о том, что наше правительство уже заключило договор с американской компанией о том, чтобы перевести нотариат на технологию блокчейна. Кто знает, что такое блокчейн? Нет, давайте так. Кто слышал, что такое блокчейн? Вот несколько человек. А кто знает, что такое блокчейн? Друзья, вот просто начните изучать это слово, и я уверен, что вот это знание, которое вы сможете обрести на протяжении следующих дней, недель или месяцев, оно капитализирует вас очень хорошо, очень сильно. Следующая профессия – туроператор. Интернет, интернет-связи, технологии, они позволяют сегодня покупать билеты в гостинице и заказывать ужин или завтрак там, где вы будете, там, через 2-3 дня. Туроператоры, они не нужны фактически сегодня. Бурильщик – очень сложная профессия. Статистика говорит, что в этой профессии очень много таких не совсем хороших случаев, да, травм очень много, и технологии полностью заменят такую профессию, как бурильщик. Банковский операционист. Я работал 7 лет на экономическом факультете и очень хорошо понимаю, что такое банк, потому что на каждом экономическом факультете есть кафедра банковского дела, и насколько это громоздкая такая структура, насколько много людей вовлечены в этот процесс, но банки, они будут трансформироваться, и, скорее всего, будущего у банков нет. Услышите эту фразу, если и будет будущее у банков, то они очень сильно трансформируются. Сегодня приходят в нашу жизнь компании FinTech. Тоже запомните такое слово. Библиотекарь, документовед, архивариус. Совсем скоро вся информация, которая находится, которую мы владеем, которую смогло накопить человечество, оно будет оцифровано, оно будет в интернете, и любой человек сможет иметь доступ к этой информации. Копирайтер. Копирайтер – это человек, который пишет тексты. Сегодня уже есть роботы, программы, которые компилируют, которые создают тексты, и эти тексты важно, можно читать. Провизор. Следующей профессии также не будет. Испытатель, я думаю, здесь все понятно. Риэлтор. Та же история. Интернет-технологии соединяют людей на рынке. И технология блокчейн выполняет автоматические смарт-контракты, посредники по большому счету не нужны. Вот если вы немножко задумаетесь, если вы сейчас задумаетесь, то вы поймете, что любая транзакция информации в нашем обществе – это транзакция между тремя субъектами, три субъекта. Например, мы с вами находимся в одной социальной сети, например, Facebook. Вы отправляете мне сообщение как бы напрямую. Но ваше сообщение проходит через сервер Фейсбука. То есть три человека владеют той информацией. Вы отправляете мне деньги на карточку, как бы напрямую, но все равно деньги проходят три субъекта, сервер банка проходит. А кто-то покупает, кто-то продает квартиру. А задействуется опять-таки посредник. Что это за посредник? Это нотариус или какое-то государственное учреждение. Вы покупаете или продаете
автомобиль, вы тоже обращаетесь к Морео, это тоже посредник. В прошлом году, недавно был год, как я женился, и поверьте, нашего с женой решения было недостаточно для того, чтобы быть мужем и женой. Нам вместе с документами нужно было прийти в ЗАГС и сказать: ребята, мы вот хотим быть мужем и женой. И третий человек, вот этот сервер, сказал нам, что все хорошо, идите, живите счастливо. То есть так работает современный мир. Технология блокчейна рушит эту архитектуру. Она настраивает связи напрямую между людьми. И эти связи подтверждаются другими компьютерами. Я, наверное, много чего наговорил сейчас, но только для того, чтобы вы понимали, что блокчейн — это очень важно. И такой профессии, как риэлтор, скорее всего, не будет. Сценографист, расшифровщик, системный администратор, компьютеры изменятся. Они не будут такими, какие они есть сейчас. Тоже чуть позже объясню, почему. Аналитик. Мне посчастливилось в своей жизни сотрудничать с компанией, которая занимается разработкой очень высокотехнологических разработок. И эта компания сегодня, ну, она уже в своем сегменте номер один на рынке. Мы планируем, компания планирует двигаться дальше по русскоязычному пространству, потом по Европе и так дальше. Но я понимаю, насколько вот этот слайд, он очень важен. Почему? Потому что конкурентного преимущества или аналитики одного человека сегодня просто недостаточно. Представьте себе, кто из вас пользуется, за рулем? Поднимите руку. Есть ли такие? Вы пользуетесь GPS-навигатором? Или просто подумайте, вот какую функцию выполняет GPS-навигатор, вот что он делает? Вот если такой GPS-навигатор придумать на рынок, наложить на рынок, то сколько информации получает трейдер? Насколько он и насколько ему проще принять решение, и насколько это решение эффективнее от того решения, которое бы он принимал без такого GPS-навигатора? Секретарь, рецепционист. Если я не ошибаюсь, в Париже уже есть в таких известных сетях гостиниц роботы, которые встречают посетителей, полностью обслуживают его, и там нет людей, они автоматически работают. Логист-диспетчер, логистические связи со временем будут очень сложными, и один человек не сможет контролировать, поэтому приходят на помощь роботы. Логист-диспетчер, журналист. Тоже очень интересная такая мысль. Есть за границей уже есть каналы и интернет-порталы, на которых, например, в каналах идет текст не от человека, а от некого образа, да, а текст говорит программа, которая просто проговаривает тот текст, который в нее заложили. И новостные интернет-порталы, интернет-страницы, они имеют некие роботы, которые компилируют, которые ищут информацию по всему интернету и создают или просто ведут целые новостные колонки. Тоже очень такая интересная информация. Ну и как вывод из тех нескольких слайдов, которые я сказал, 56% — это 137 миллионов человек работающего населения Азии лишится работы. Но я погрузил вас так, наверное, в не совсем хорошие такие эмоции. Я видел лица других людей, кто-то программист или кто-то еще чем занимается. И, наверное, есть какой-то когнитивный диссонанс сейчас. Неужели моей профессии не будет? Идет тенденция к тому, что творческие профессии, интеллектуальные профессии, они всегда будут востребованы везде, во всех направлениях. Мы сейчас говорим больше о каких-то таких механических подходах. Ну и 25 профессий будущего. Инженер-композитчик — это тот человек, который будет создавать дизайн роботов и техники, которые будут выполнять те или иные функции. IT-генетик. Ученые проникли в ген человека, а медики научились изменять этот ген. И вот этот уровень взаимодействия с человеческим организмом, он позволяет, например, вот как пример, позволяет
ну, например, те болезни, которые мы считаем наследственными, которые, на которые мы никогда не могли повлиять, и все об этом знают, каким-то образом повлиять на вот эту историю. То есть, казалось бы, неразрешенные задачи эти люди смогут решать. И если делать такой вывод наперед, то, ну, наверное, эта профессия будет очень актуальная, очень распространенная. Так же, как консультант по здоровой старости. Так же, как IT-медик. Есть прогнозы, что медик, который сегодня обслуживает людей, да, у нас, ну, понятная структура, мы где-то приписаны, да, и мы со своими документами пришли в свою поликлинику. Там есть человек, который нас обслуживает, да, врач. И он обслуживает некоторое количество человек. То вот то количество человек, которое сегодня обслуживает врач, оно будет в 1000 раз больше. Почему? Потому что есть технология, когда микрокомпьютеры просто вживляются в тело человека, и они на компьютер врачу выводят информацию о здоровье потенциального клиента, и он может не просто констатировать уже болезнь и потом ее лечить, он может влиять на, чтобы этой болезни не возникло. То есть он может связываться и влиять на своего клиента на расстоянии, и связь эта будет быстрее, эффективнее, и тоже эта профессия очень будет востребована. Молекулярный диетолог. Тоже об этом чуть позже скажу более подробно. Ученые научились создавать материалы, которых раньше не было. И это касается и тех продуктов, которые мы все употребляем. Молекулярный диетолог, то есть пища, которая на 100% подходит нам. Вы, наверное, знаете, что космонавты, когда отправляются в космос, то у них очень четкая диета, им разрабатывают те продукты, которые они употребляют. И вот то, чем питаются они, скорее всего, скоро будет доступно широкому кругу людей. И, как говорят ученые, это будет, ну, очень, ну, намного эффективнее для нашего организма, потому что каждый из нас подстраивается под ту геолокацию, в котором он живет, и не всегда те продукты, которые там есть, они оптимально отвечают за развитие организма. Урбанист-эколог – это человек, который будет отвечать за правильное построение чистых городов. Урбанизация – это процесс, который движется, который распространяется, и тема экологии, она востребована и сейчас. Строитель умных дорог есть, ну, вы, наверное, знаете уже, что камер стало больше на наших дорогах, да? Я за границей, когда выехал на автомобиле за границей в одной из стран, и меня остановили, ну, вот эти ребята и показали фотографию, то было очень необычно. Очень быстро это будет и у нас. Будут камеры, будут знаки. Будет, например, зеленая полоса. Есть идея, даже вот в Украине обсуждается такая идея, чтобы организовать там по нескольким дорогам зеленый коридор, чтобы автомобиль мог проехать там, ну, буквально полгорода за 20-30 минут. Такие идеи обсуждаются, но для этого нужны технологии, для этого нужно все соединить. Все светофоры, пешеходы, всю статистику. Вот этим будут заниматься эти люди. Оценщик интеллектуальной собственности. Вот я говорил о том, что творческие люди, те люди, которые будут развиваться интеллектуально, они будут всегда востребованы. И появится такая профессия, как оценщик интеллектуальной собственности. Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ. Еще одно слово. Наверное, кто слышал краудфандинг слово? Поднимите руку. Ну вот есть аудитория. Скорее всего, вот такие площадки, как краудфандинговые площадки, они смогут заменить банки, потому что по своей сути они выполняют роль соединения человека, который что-то делает, и человека, у которого есть деньги. А технология блокчейн делает вообще фантастику. Она соединяет этих людей, записывает умный контракт,
и этот контракт выполняется автоматически. То есть прибыль, которая появляется, она распределяется между участниками этого процесса автоматически. И важно то, что этот контракт невозможно как-то нарушить, разрушить, повлиять на этот контракт и, или его изменить в свою пользу. Менеджер космотуризма. Кто слышал новость о том, что Илон Маск уже отправил, ну он не отправил, но по контракту уже отправил людей на орбиту Луны, поднимите руку. В следующем году, в 2018 году, в конце 2018 года уже подписаны контракты на то, что люди полетят на экскурсию вокруг Луны. В 2023 году есть планы у этого человека отправить людей на орбиту Марса. И, кстати, вот вдогоночку к предыдущему слайду, вот цена такой поездки, такого полета или такого путешествия, она очень стремительно снижается. Насколько, ну, если я не ошибаюсь, то ну, полет на Луну или на орбиту Луны стоит около 200 тысяч долларов. Ну, для очень многих людей это не так много. Ну, для очень многих людей. То есть это становится все более доступным. Ну, может быть, когда-то это будет там, в районе 1000 долларов, но пока так. Генетический консультант. К сожалению, вот сегодня мы очень мало образованы в сфере своего здоровья. И мы очень мало понимаем, что нам необходимо делать для того, чтобы наше здоровье было все лучше и лучше, или хотя бы для того, чтобы поддерживать его на, ну, на адекватном таком уровне в соответствии со своим возрастом. Я сам с этим соприкоснулся. Вот когда были такие очень сложные жизненные периоды, когда вел очень много проектов, не задумывался над тем, что я кушаю, какой образ у меня жизни, и это через полгода привело меня к врачу, который мне, ну, сделал очень глубокую диагностику и сказал вот то. До этого я думал, что я чемпион жизни, молодой, там супермен, могу летать, камни кушать и так дальше, или гвозди и так дальше. Следующий слайд. City Farmer. Есть такой проект, может быть, поищите в интернете. Умные города. Тоже поищите в интернете. Очень интересный проект. Вот этот проект, он предусматривает соединение в, на таком небольшом, небольшом пространстве очень много инфраструктуры. Например, учебных заведений, домов, магазинов, супермаркетов, ресторанов и так дальше. И один из элементов такого умного города – это ну, какие-то площадки, на которых можно выращивать продукты питания. City Farmer – вот профессия будущего. Дизайнер виртуальных миров. Мы переходим в интернет, мы все больше соприкасаемся с монитором. Вы, наверное, уже видели в торговых сетях или в торговых центрах такие очки, да, которые могут показать, которые могут погрузить человека в некую такую виртуальную реальность. Это очень здорово, это очень круто, потому что виртуальная реальность — это не что-то виртуальное, это не что-то такое плохое, это помощь человеку получить эмоции, которые в реальной жизни, ну, он может и не получить. И вот, кстати, по поводу виртуальных миров, я очень был удивлен, когда изучал историю спорта. Мне спорт был важен, потому что у нас школа, и, ну, школа, вернее, Академия финансового успеха, то есть некая школа, да, и важно разработать некую методику подготовки людей. В спорте, там, в бизнесе, в предпринимательстве что-то есть подобное. И я начал изучать этот процесс. Каким образом спортсмены готовятся к победам? Оказывается, абсолютно все или большинство олимпийских чемпионов работают с подсознанием. Им тренер говорит, ну не говорит, а проводит некие упражнения, когда они моделируют свою победу. И для этого вот те штуки, о которых я сейчас говорю, ну очки или приборы, они очень здорово будут помогать. Прораб-вотчер – это тот человек, который будет помогать выстраивать стратегию развития того или иного проекта, так же, как и тренд-вотчер с аналитикой тех или иных проектов. Эко-проповедник. Ну, тема экологии, она актуальна и сегодня, она будет актуальной и в будущем. И недавно Стивен Хокинг, кто знает, кто это такой,
О, здорово. Написал такую очень глубокую, проницательную статью по поводу нашего будущего, и он как раз там затронул экологические проблемы. То есть они никуда не исчезнут, и об этом тоже нужно будет думать. И, скорее всего, эти проблемы они будут стоять еще остро в будущем, чем сегодня. Космобиолог и космогеолог, мы отправляемся на Луну, отправляемся на Марс, отправляемся на другие планеты, и нужны будут такие люди, как космобиолог и космогеолог. Проектировщик умной среды — это некий такой человек, который будет составлять архитектуру современного общества, где всем будет комфортно. Специалист по преодолению системных экологических катастроф, сетевой юрист — это тот человек, который будет понимать законодательство на очень глубоком уровне и понимать, как работает сеть, будет понимать, как работает смарт-контракт, как работает технология блокчейн. Мультивалютный переводчик. Деньги, хотя и появляются сегодня криптовалюты и другие универсальные деньги, но все-таки гривны, рубли, доллары и евро никто не отменял. И эта профессия и эти сервисы, они будут существовать. Проектировщик медицинских роботов. Вы знаете, очень много смотрел таких небольших видеороликов. У меня есть цель, когда буду выезжать за границу, посещать такие заводы. Хотел вам показать видео, но формат этого выступления очень короткий, поэтому не покажу видео, просто расскажу. Есть роботы, которые делают операции без вмешательства человека. Посмотрите в интернете, как это все происходит. Робот, просто машина делает реально операцию. Электрозаправщик, там машинка Tesla. Я думаю, для вас это не новое, да? За электромобилями будущее, и это не только Илон Маск со своими там, моделями, но и вы знаете, что, наверное, уже каждый уважающий себя бренд задекларировал о том, что он будет или разрабатывать, или уже разрабатывает электромобиль. То есть за этим будущее, и это никак не изменить. Проектировщик 3D-печати, 3D-принтер — это вообще фантастика какая-то. В это сложно поверить, я уже говорил, что они печатают уже человеческие органы, но даже без человеческих органов это такая интересная штука. Понять ее мне своим умом очень сложно, но смотреть картинку, как это все делает, очень классно. Системный горный инженер — следующая профессия. Почему она важна? Потому что технологии заходят не только в интернет, но и в реальную экономику, в реальное производство, и те люди, которые выполняли более такие опасные, какую-то опасную работу, они будут освобождены, и будет человек, который отвечает за действия техники на том или ином участке работы. Системный горный инженер. Ну и последняя профессия, которая тоже будет существовать, пока существуют люди, пока существуют страны, это цифровой лингвист. Несмотря на то, что существуют сегодня программы, которые очень быстро там, на автомате буквально переводят с одного языка на другой язык, и другой человек может слышать от робота нормальную, адекватную, связную, логическую речь, все равно вот эти люди, лингвисты, они никуда не пропадут. Они будут нужны и они будут востребованными. Спасибо большое. Можно похлопать, если вам понравилось.